«Последний дюйм» – радиоспектакль по одноименному рассказу английского писателя Джеймса Олдриджа. Здорово! Не правда ли, Дэви? Да, только болтает очень. Боишься? Немножко. От этих толчков самолет не сломается? Ну, если за машиной не следить и не проверять ее все время, она непременно сломается. А это? Это в порядке. Вполне годный самолет. Маленький одномоторный «Остер» бешено мотало на высоте 2000 футов над побережьем Красного моря. У мальчика был очень несчастный вид. Но отец не умел утешать сына. Бен знал, что тон у него резкий, и всегда сам удивлялся, почему он не умеет говорить с мальчиком. Подними голову, слышишь, Дэви? Сейчас же. Сядь прямо, если хочешь научиться, как идти на посадку. Вон, видишь узкую полоску белого песка у залива? Да, она словно лепешка, кинутая на этот берег. Вот на эту лепешку мы и сядем сейчас. А почем ты знаешь, откуда дует ветер? По волнам, по облачку, чутьем. Все дело в том, чтобы правильно рассчитать. Когда выравниваешь самолет, надо, чтобы расстояние до земли было 6 дюймов. Если взять выше, то стукнешься при посадке и повредишь самолет. Слишком низко попадешь на кочку и перевернешься. Все дело в последнем дюйме. Видишь? Вот, когда он начинает снижаться, я беру ручку на себя. На себя. Вот. Последний дюйм. Всего какие-то 2,5 сантиметра. А самолет коснулся земли мягко, как снежинка. Бен выключил мотор, нажал на ножные тормоза, и машина остановилась у самой воды. Вот это самая акулья бухта. Тут постоянно водится множество крупных акул. Косяки, сельди и кефали ищут убежище от этих хищниц. А они свое дело знают и кишмя кишат здесь. Бену стукнуло 43. Все было кончено. Жена уехала от него домой. На Линнон-стрит в городе Кембридже, штата Массачусетс. И зажила, как ей нравилось. Он пообещал приехать к ней еще весной, но знал, что не сделает этого. Так же, как знал, что не получит в свои годы и летной работы. Вот и остался он ни с чем, если не считать равнодушной жены, которой он не был нужен, до 10-летнего сына, родившегося слишком поздно, и, как понимал в глубине души Бен, чужого им обоим, одинокого, неприкаянного ребенка, который в 10 лет чувствовал, что мать им не интересуется, а отец – посторонний человек, резкий и немногословный, не знающий, о чем с ним даже говорить в те редкие минуты, когда они бывали вместе. А сюда кто-нибудь когда-нибудь заходит? Никто. Никто не может сюда попасть иначе, как на легком самолете. Закопай мешок с продуктами в мокрый песок и поливай его морской водой, пока я буду занят. Хорошо. Когда компания Texegipto свернула разведку нефти, Бен потерял работу, но ему все-таки повезло. 2 служивших в Каире американских авиаинженера организовали поставку кинофирмам подводных кадров
снятых в Красном море. Инженеров перевели в Париж, и они передали свое дело Бену. Летчик в свое время помог им консультации насчет полетов в пустыне. Дэви! Что? Принеси мне два мешка, которые стоят в машине. Зеленые такие? Они самые. Тащи скорее. Сейчас. Вот так-то, старина Бен. Неплохой летчик. Ты стал авантюристом, который рад погоняться за акулами с подводным киноаппаратом. А что поделать? $1000 за 500 метров фильма об этих мерзавках – это деньги. Когда и где я еще получу такие, неизвестно. Вот твои мешки. Это кинокамера? Да, специальная. С водонепроницаемым футляром. Затяни ремень у меня между ногами. Ага. Еще потуже. Ну, теперь нормально. Смотри, не подходи к воде. Акула непременно постарается отхватить от тебя кусок. Особенно, если подымутся на поверхность. Не смей даже ступать в воду. Дай маску. Ты надолго? Минут на 20. Потом поднимусь, и мы позавтракаем. Ты пока что обложи камнями оба колеса и посиди под крылом. В тени. Понял? Да. Бену хотелось чем-нибудь порадовать мальчика, но за много лет ему это ни разу не удавалось. Когда ребенок родился, начал ходить, а потом становился подростком, Бен почти постоянно бывал в полетах и подолгу не видел сына. Так было в Колорадо, во Флориде, в Канаде и здесь, в Египте. Это Джоанне. Следовало постараться, чтобы мальчик рос живым и веселым. А теперь, видно, уже поздно. Ну где же вы, мои красотки? А, вон вы. О, да вас тут сегодня порядком. Всяких. И больших, и маленьких. Как всегда, предпочитаете держаться на расстоянии. Так мне вас в кадр не поймать. Придется приманить вас после завтрака. На берегу у меня для вас прекрасное угощение. Половина лошадиной ноги. Уж тогда я поснимаю не меньше, чем на $3000. Дэви смотрел на море, поглотившее его отца, пытаясь что-нибудь разглядеть. Но ничего не было видно ни на море, которое далеко вдали сливалось с горизонтом, ни на бескрайних просторах выжженного солнцем побережья. А когда Дэви вскарабкался на раскаленный песчаный холм у самого высокого края бухты, он не увидел и позади себя ничего, кроме пустыни, то ровной, то слегка волнистой. Она уходила, сверкая вдаль к таявшим в знойном мареве красным холмам. Кругом на целых 100 миль не было ни души. В раскаленной тишине
мальчик вдруг остро почувствовал одиночество. Что же будет, если отец так никогда и не выплывет из морской глубины? Бен, прижавшись спиной к кораллу, мучился с клапаном, неравномерно регулирующим подачу воздуха. Он снова почему-то подумал о жене Джоанне и сыне. Вначале он пытался привязать к себе мальчика, но разве добьешься чего-нибудь за короткую неделю, проведенную дома? Разве можно назвать домом чужеземный поселок в Аравии, который Джоанна ненавидела, тоскуя о росистых летних вечерах, ясных морозных зимах и тихих улочках родной Новой Англии. Но апатия, которая все усиливалась и, наконец, совсем ее извела, должна теперь пройти, раз она вернулась домой. Я отвезу к ней мальчонку. И раз она живет, наконец, там, где ей хочется, может быть, ей удастся хоть немного заинтересоваться ребенком. Пока что она не проявляла этого интереса. А с тех пор, как она уехала домой, прошло уже 3 месяца. Повернувшись, Бен почувствовал, как мимо его ног прошелестела плавниками акула. Пока он возился с клапаном, эти разбойницы зашли к нему в тыл. Убирайтесь к чертям! Бен заорал и выпустил из клапана маски огромные пузыри воздуха. Громкое бульканье спугнуло песчаных акул. Они пошли на дно, но крупная пятнистая акула-кошка словно замерла в воде, внимательно наблюдая за человеком. Такую криком не запугаешь. Бен не спускал глаз с кошки, пока не поднялся на поверхность. Но даже теперь он держал голову под водой, чтобы следить за пятнистой акулой, которая постепенно к нему приближалась. Бен неуклюже попятился, чтобы встать на узкий, поднимавшийся из моря выступ рифа, резко оттолкнулся и преодолел последний дюйм до безопасного места. Мне эта дрянь совсем не нравится. И только тут он заметил, что над ним стоит мальчик. Он совсем забыл о его существовании и даже сейчас не потрудился объяснить, к кому относятся эти слова. Дэви, доставай из песка завтрак и приготовь его на брезенте под крылом, где тень. Кинь-ка мне большое полотенце. Возьми. Пока они молча ели, Бен перемотал пленку кинокамеры и починил клапан акваланга. Откупоривая бутылку пива, он взглянул на мальчика. У тебя есть что-нибудь попить? Нет. Воды нет. Открой банку персиков, что ли. Не хочется. Конечно, банка персиков не может утолить жажду в полуденный зной в пустыне. Как всегда, Бен прихватил с собой из Каира 12 бутылок пива, но надо же было купить что-нибудь и для мальчика. А теперь ничего не поделаешь. Бен даже пожалел, что взял с собой сына.
У них в семье великодушные порывы всегда кончались неудачей. Оба они были такие. Сухая, плаксивая мать и резкий, вспыльчивый отец. Во время одного из редких приступов великодушия Бен как-то попробовал поучить мальчика управлять самолетом. И хотя сын оказался очень понятливым и довольно быстро усвоил основные правила, каждый окрик отца доводил его до слез. А кто-нибудь знает, что мы здесь? Почему ты спрашиваешь? Не знаю. Просто так. Никто не знает, что мы здесь. А нас могут найти? Нет. Пограничники нас не найдут. С самолета они вряд ли заметят нашу машину. А по суше никто сюда попасть не может. Даже на Виллисе. С моря никто не придет. Там рифы. Неужели никто о нас не знает? Я же говорю, что нет. Но вдруг отец понял, хотя и поздно, что Дэви беспокоит невозможность попасться в чем-то недозволенном. Он просто боится остаться один. Ты не трусь. Ничего с тобой не случится. Отец, поднимается ветер. Да. Слышу. Я пробуду под водой всего полчаса. Половину лошадиной ноги Бен положил на хорошо освещенную коралловую ветку и крепко привязал конину проводом к кораллу, чтобы акулам было труднее его отодрать. Покончив с этим, Бен установил камеру на выступе, а сам отошел в небольшую выемку, чтобы обезопасить себя с тыла. Акулы нагрянули сразу же, учуяв запах крови. Подходите. Подходите. Поближе. Но им и не требовалось приглашения. Они кинулись прямо на кусок конины. Впереди шла знакомая пятнистая кошка. Он заснял на пленку все. Самое отвратительное зрелище, какое я видел в жизни. Разевают пасть, словно у них болят зубы. Какие жадный, пакостный укус. На ходу, отрывая куски мяса, акулы с серыми струящимися ракетами уносились в сторону. По-моему, пленка в камере кончилась. Придется подняться на сушу, перезарядить кассету и поскорее вернуться назад. Но, оторвав взгляд от кинокамеры, Бен увидел, что враждебно настороженная акула-кошка движется прямо на него. Пошла! Бен орал в трубку, все еще надеясь напугать пятнистую хищницу. Но кошка на ходу слегка повернулась на бок, и Бен понял, что сейчас она бросится в атаку. Только в это мгновение он заметил, что руки и грудь у него измазаны кровью от куска конины. Бен стал отбиваться от акулы киноаппаратом. У кошки был выигрыш во времени, и камера ее едва задела. Боковые резцы с размаху скользнули по правой руке Бена, чуть было не задели грудь и прошли сквозь другую его руку, как бритва. Кровь его сразу же замутила воду. Он уже ничего не видел и только знал, что акула сейчас нападет снова. Отбиваясь ногами и пятясь назад, Бен почувствовал, как его резануло по ногам. Перевернувшись, он стукнулся спиной о надводный край рифа, кое-как
выкатился из воды и, обливаясь кровью, рухнул на песок. Дэви, у тебя руки все изрезаны, просто ужас. Знаю. Что у меня с ногами? Все в крови, поранены тоже, но не так, как руки. Что мне делать? Когда Бен пришел в себя, он сразу вспомнил, что с ним случилось, хотя и не понимал, долго ли был без сознания. Глаза Бена застилала мгла. Он знал, что шок еще не прошел. Но вот он увидел мальчика, его полное ужаса, склоненное над ним лицо. Я не знаю, что делать. Не знаю. Дэви. Послушай, возьми мою рубашку, разорви ее и перевяжи мне правую руку, слышишь? Да. Крепко перевяжи мне левую руку над ранами, чтобы остановить кровь. Потом как-нибудь привяжи кисть к плечу. Так крепко, как сможешь. Понял? Перевяжи мне обе руки. Понял. Бен поглядел на руки и увидел, что правая почти оторвана совсем. Он видел мускулы, сухожилия. Левая была похожа на кусок жеваного мяса и сильно кровоточила. Он понял, что дела его совсем плохи. Но если он умрет, мальчик останется один. А об этом даже страшно подумать. Мальчика не найдут вовремя в этом выжженном начисто краю, если его вообще найдут. Бен знал, что единственная надежда спастись и мальчику, и ему – это заставить Дэви самостоятельно думать, уверенно делать то, что он должен сделать. Надо как-то внушить это мальчику. Я тебе скажу, сынок, а ты постарайся понять. Слышишь? Тебе, бедняга, придется все делать самому. Так уж получилось. Не расстраивайся, если я на тебя закричу. Тут уж не до обид. Да. А, молодчина. Достань у меня из-под пояса нож и порежь все ремешки акваланга. Пользуйся тонкой пилкой. Так будет быстрее. Будь осторожен, лезвие острое. Хорошо. Если ты сможешь хоть немножко поднять голову, я стащу один из ремней. Я его уже расстегну. Ладно. Ой, постараюсь. Бен приподнял голову и удивился, как трудно ему даже шевельнуться. Он попытался двинуть шеей и провалился в черную бездну мучительной боли, которая, казалось, никогда не кончится. Дэви! Дэви! Это ты? Дэви! Я снял с тебя акваланг, но у тебя по ногам все еще течет кровь. Не обращай внимания на ноги.
Он приподнялся, чтобы взглянуть, в каком он виде, но побоялся снова потерять сознание. Он знал, что не сможет сесть, а тем более встать на ноги. И теперь, когда мальчик перевязал ему руки, верхняя часть туловища тоже была скована. Худшее было впереди, и ему надо было все обдумать. Самолет. Только самолет. И вести его придется Дэви. Нет ни другой надежды, ни другого выхода. Но если Дэви сказать, что ему надо будет вести самолет, он придет в ужас. Как же сказать? Как внушить ему эту мысль и убедить? Бен пристально посмотрел на сына и вспомнил, что уже давно как следует на него не глядел. Этот мальчик с серьезным лицом был чем-то похож на него самого. За детскими чертами скрывался, быть может, жесткий и даже необузданный характер. Бледное, немного скуластое лицо выглядело сейчас несчастным. Дэви заметил пристальный взгляд отца. Он отвернулся и заплакал. Ничего, малыш. Теперь уже ничего. Ты умрешь? Ну, разве я уж так плох? Да. Это ничего, что из меня хлещет кровь. Твой старик не раз бывал в таких переделках. Ты разве не помнишь, как я попал тогда в больницу в Сокстауне? Помню. Но тогда ты был в больнице. Конечно, конечно. Верно. Знаешь, что мы с тобой сделаем? Возьми большое полотенце, расстели его возле меня. Я перевалюсь на него, и мы кое-как доберемся до самолета. Идет? Я не смогу втащить тебя в машину. Никогда не знаешь, на что ты способен, пока не попробуешь. Тебе, наверное, пить хочется. А воды-то нет, а? Нет. Я не хочу пить. В следующий раз мы захватим дюжину кока-колы, дюжину Дэви и лед. Дэви расстелил возле него полотенце. Бен дернулся на бок. Ему показалось, что у него разорвались на части руки, грудь, ноги. Но ему удалось опрокинуться на полотенце спиной, упершись пятками в песок. И сознание он не потерял. Теперь тащи меня к самолету. Ты тяни, а я буду отталкиваться пятками. На толчки не обращай внимания. Главное, поскорее добраться. Как же ты поведешь самолет? Этот маленький остер летает сам. Стоит только положить его на курс, а это нетрудно. Но ты же не можешь двинуть рукой. Да и глаз совсем не открываешь. Ты об этом не думай. Я могу лететь вслепую, а управлять коленями.
Давай двигаться. Ну. Долго взбирались они по склону. Дэви тащил, а Бен отталкивался ногами, поминутно теряя сознание и медленно приходя в себя. Два раза он срывался вниз, но, наконец, они добрались до самолета. Бену даже удалось сесть, прислонившись к хвостовой части машины, и оглядеться. Как дела? Ты, видно, совсем измучился. Нет, я не устал. Теперь, если повыше навалить камней у дверцы самолета, ты как-нибудь сумеешь втащить меня в кабину? Возьми камни из-под колес. Не у этой дверцы, у другой. Почему? Если я полезу с этой стороны, мне помешает рулевое управление. Не слишком напрягайся. В жизни можно сделать все, что угодно, если только не надорваться. Не надрывайся. Но ведь скоро стемнеет. Стемнеет? Это дует Хамсин. Слепящий ветер пустыни. Мы не сможем лететь. Ты не сможешь вести самолет. Лучше не пытаться. Ветер сам отнесет нас домой. Ветер мог отнести их куда угодно, только не домой. А если он задует слишком сильно, песка в воздухе будет столько, что они не увидят под собой ни посадочных знаков, ни аэродромов. Ничего. Эх, если бы он мог двигать ногами. Верно, что-нибудь случилось с позвоночником. Он уже почти не сомневался, что в конце концов умрет. Важно было протянуть до аэропорта и показать мальчику, как посадить самолет. Этого будет достаточно. Надежда на последнюю удачу помогла ему забраться в самолет. Он вполз в машину, согнувшись пополам. Мальчика охватил страх. Бен это почувствовал и сделал еще одно усилие. Ты... Не видел. Я вытащил из воды киноаппарат. Или оставил его в море. Он внизу, у самой воды. Ступай, принеси его. И маленькую сумку с пленкой. Хотя нет, пленка здесь. Возьми только аппарат. Просьба его звучала буднично и должна была успокоить перепуганного мальчика. Бен ощутил, как накренился самолет, когда Дэви, спрыгнув на землю, побежал за аппаратом. Он снова подождал, на этот раз уже дольше, чтобы к нему полностью вернуло сознание. Надо было вникнуть в психологию этого бледного, молчаливого и слишком послушного мальчика. Ах, если бы он знал его получше. Застегни покрепче ремни. Будешь мне помогать. Запоминай. Запоминай все, что я скажу.
Запри свою дверцу. Теперь слушай. Придется тебе взяться за дело самому, Дэви. Ничего не поделаешь. Слушай. Колеса свободны? Да. Я убрал камни. Что это нас потряхивает? Ветер. Да, да, да. Я о нем и позабыл. Вот что надо сделать, Дэви. Передвинь рычаг газа на дюйм, не больше. Сразу, сейчас. Поставь всю ступню на педаль. Хорошо. Молодец. Теперь поверни черный выключатель около меня. Отлично. Теперь нажми вон ту кнопку. А когда мотор заработает, подвинь рычаг газа еще немного. Стой! Поставь ногу на левую педаль. Когда мотор заработает, дай полный газ и развернись против ветра. Слышишь? Ну? Ну. Это я могу. Здорово дует ветер. Слишком сильно. Мне это не нравится. Когда будешь выруливать против ветра, отдай вперед ручку. Начинай. Запускай мотор. Сделал. Ей-богу, сделал. Сбавь газ. Ладно. Мы встали против ветра. Ты повернул против ветра. Да, но ветер нас опрокинет. Отпусти тормоз. Готово. Я его отпустил. Молодец. А я про него забыл. Старый я дурак. Слушай дальше. Это совсем просто. Тяни ручку на себя и держи посередине. Если машина будет подскакивать, ничего. Понял? Замедли ход и держи прямо. Держи ее против ветра. Не бери ручку на себя, пока я не скажу. Действуй. Не бойся ветра. Вновь теряя ощущение реальности, Бен смутно разбирал усиливающийся рев мотора по мере того, как Дэви прибавлял газ. Чувствовал толчки и покачивание машины, прокладывавшей себе дорогу в песке. Дэви, не смей! Что? Что ты говоришь? Не бери ручку на себя. Не смей, слышишь? Все. Я не буду. Мальчик послушно держал ручку и не дергал ее к себе. Они с трудом перевалили через дюны, и Бен понял, что от мальчика потребовалось немало мужества, чтобы от страха не рвануть ручку. Резкий порыв ветра уверенно подхватил самолет, и они оторвались от земли. Молодчина, Дэви! Поднимись на 3000 футов. Там будет спокойнее. Куда лететь? Почему ты мне не говоришь? Куда лететь? Иди вдоль берега. Держись от него справа. Ты его видишь? Вижу. А это верный курс? По компасу
Курс должен быть около 320. По компасу 340. Вот и хорошо. Хорошо. Правильно. Теперь иди вдоль берега и держись его все время. Только, Бога ради, ничего больше не делай. Пусть машина сама делает свое дело. Все будет в порядке, Дэви. Итак, Дэви все-таки запомнил, что надо выровнять самолет, держать нужный оборот и скорость. Он это запомнил, славный парень. Он долетит, он справится. Казалось, это был конец, итог его жизни. Бен провалился в пропасть, за край которой он ради мальчика так долго цеплялся. И пока он валился все глубже и глубже, он успел подумать, что ему повезет, если он на этот раз выберется оттуда вообще. Да и мальчику повезет, если он вернется назад. Но, теряя почву под ногами, теряя самого себя, Бен уже успел подумать, что Хамсин крепчает и надвигается мгла, а сажать самолет уже придется не ему. Оставшись один на высоте в 3000 футов, Дэви решил, что уже никогда больше не сможет плакать. У него на всю жизнь высохли слезы. В небе было тихо и светло. Море казалось совсем зеленым, а пустыня грязной. Ветер поднял над ней пелену пыли. Впереди горизонт уже не был таким прозрачным. Пыль поднималась все выше. Но он все еще не терял из виду море. От Суэца ведет дорога в Каир. Она идет на запад через пустыню. Лететь на запад будет легче. Дорогу нетрудно разглядеть. А Суэц я узнаю. Там кончается море и начинается канал. Значит, надо повернуть влево. Ему не нравилось, что самолет летит так высоко. От этого замирало сердце. Да и слишком медленно шел самолет. Но куда больше Дэви боялся снова попасть в ветер, когда дело дойдет до посадки. Он не знал, как ему быть. Нет, ему не хотелось снижаться в такой ветер. Не хотелось, чтобы самолет опять болтало во все стороны. Самолет не будет тогда его слушаться. Он не сможет вести его по прямой и выровнять у земли. Может быть, отец уже умер? Он оглянулся и увидел, что тот дышит, порывисто и редко. Слезы, которые, как думал Дэви, все уже высохли, снова наполнили его темные глаза, и он почувствовал, как они текут по щекам. Случилось? Что ты делаешь? Мы почти прилетели, но ветер поднялся выше. Уже темнеет. Что ты видишь? Аэродромы, дома. Вон, большой аэродром, куда приходят пассажирские. Не теряй его из виду. Следи за ним. Не спускай с него глаз. Самолет не хочет идти вниз. Выключи мотор. Делай круг над аэродромом.
Бен стал собирать все силы для того, что ему предстояло. Теперь ему надо сесть, выпрямиться и наблюдать через ветровое стекло за приближением Земли. Наступала решающая минута. Поднять самолет в воздух и вести его не так трудно. Посадить же на землю – вот задача. Там большие самолеты. Один, кажется, стартует. Берегись. Сверни в сторону. Видишь, как приближается земля? Молодец. Левей, дай вперед ручку. Нагни ее влево. Гни больше влево, гни еще. Хорошо. Все в порядке, Дэви. Ты справишься. Влево. Жми ручку вниз. Я врежусь в самолет. Бен видел этот большой самолет. До него было не больше 500 футов, и они шли прямо на эту махину. Уже почти стемнело. Пыль висела над землей, словно желтое море. Но большой четырехмоторный самолет оставлял за собой полосу чистого воздуха. Значит, моторы запущены на полную мощность. Если он стартовал, а не проверял моторы, значит, все будет в порядке, они разминутся. Но если... Стартует! Он стартует, Дэви! Бен знал, что приближается последний дюйм, и все в руках мальчика. Рано, Дэви! Еще рано! Нельзя трогать ручку! Бен потерял самообладание. Им завладел страх. Им завладела смерть. И он не мог больше ни говорить, ни кричать, ни плакать. Он привалился к доске. В глазах его был страх перед этим последним головокружительным падением на землю, когда черная взлетная дорожка надвигается на тебя в облаке пыли. Давай, мальчик! Теперь тяни! Он ощутил, как слегка приподнялся нос самолета, услышал громкий рев еще не заглохшего мотора, почувствовал, как ударившись о землю колесами, самолет мягко подскочил в воздух, и настало томительное ожидание. Но вот хвост и колеса коснулись земли. Это был последний дюйм. Ветер закружил самолет, он забуксовал, описал на земле круг, а потом замер. Наступила тишина. Ах, какая тишина и какой покой! Бен чувствовал их всем своим существом. Он вдруг понял, что выживет. Он так боялся умереть и совсем не хотел сдаваться. В жизни не раз наступают решающие минуты и остаются решающие дюймы. И в истерзанном теле летчика нашлись силы, о которых он даже не подозревал. Когда казалось, что все уже кончено, эти решающие силы взяли свое. Врачи были поражены. Все дело в адреналине. А вы его вырабатываете как атомную энергию. Это же замечательно, сэр. Остался небольшой нервный шок. Ну, это пустяки. С этим вы справитесь. Спасибо, доктор. Потрясение превратило Бена в неподвижный и очень хрупкий обломок. Поправка не могла идти быстро.
Но все-таки дело шло на лад. Правда, правая рука Бена отправилась в мусоросжигалку. Но и это было бы ничего, если бы вслед за ней не отправилась туда же и его профессия летчика. Доктор, а как там мой мальчик? Он жив и здоров. Не получил даже шока. Он куда подвижнее вас. Хорошо, это очень хорошо. Но теперь все решала встреча с мальчиком. Тут либо все начнется, либо снова кончится. И может быть навсегда. Когда привели Дэви, Бен увидел, что это был тот же самый ребенок, с тем же самым лицом, которое он так недавно впервые разглядел. Однако какое значение имело, что разглядел Бен? Важно было узнать, сумел ли мальчик что-нибудь увидеть в своем отце. Ну как, Дэви? Здорово было, а? Дэви кивнул. Бен знал, мальчуган вовсе не думает, что было здорово. Но придет время, и он поймет. Когда-нибудь мальчик поймет, как было здорово. Расклеился твой старик. Правда. Дэви вновь кивнул. Лицо его было по-прежнему серьезно. Бен улыбнулся. Да, что уж греха таить, старик и в самом деле расклеился. Им обоим нужно время. Ему, Бену, теперь понадобится вся жизнь, которую подарил ему мальчик. Но, глядя в эти темные глаза, на это лицо, Бен решил, что игра стоит свеч. К этому стоило приложить руки. Этому стоит отдать время. Он уж доберется до самого сердца мальчишки. Рано или поздно, но он до него доберется. Бен верил, остался последний дюйм. Вы слушали радиоспектакль «Последний дюйм», созданный по одноименному рассказу английского писателя Джеймса Олдриджа. Режиссер-постановщик Нина Бирюлина. Действующие лица и исполнители. Бен, народный артист РСФСР Александр Лазарев. Дэви, московский школьник Митя Никитин. От автора – заслуженный артист РСФСР Николай Александрович. Звукорежиссер Альфия Кутуева. Операторы Ирина Фирскина, Елена Садовая, Татьяна Стальнова и Инна Прозоровская. Музыкальное оформление Юрия Моисеева. Шумовое оформление Валентина Михайлова. Ассистент режиссера Михаил Розенберг. Редактор Елена Ковалевская. Уважаемые радиослушатели, создателям этого спектакля очень хотелось бы узнать, какие мысли и чувства вызвала у вас эта работа. Напишите нам. Наш адрес 113-326, Москва, радио, детская редакция.